В Карагандинской области живет претендент на место в книге рекордов Гиннесса. 23-летний Байбек Бауржан передвигает КАМАЗы и забивает гвозди без молотка. Уникальные способности сделали его знаменитым на весь Нуринский район. Подробности о трюках сельского силача у Марины Золотаревой. Трюки, которые можно увидеть на престижных соревнованиях силачей, жители села Жанбабек наблюдают едва ли не каждый день. Их односельчанин Байбек Бауржан 20-тонный КАМАЗ может переместить на несколько метров. Свои способности парень развивает самостоятельно. Он занимался гимнастикой и тяжелой атлетикой, и только потом стал передвигать автотехнику. Сначала толкал мотоцикл, потом легковушку, затем перешел к большегрузам. Без подготовки не советую это повторять. Можно навредить здоровью. Я разными видами спорта занимался, но силовые трюки сильно меня зацепили. Я думаю, мои способности передались по наследству. Братья моего отца поднимали быков. Еще 23-летнему силачу не нужны инструменты. Он забивает гвозди просто ладонями, обратно выдергивает зубами. Спокойно гнет железо в разные стороны. Ну а коронный номер Байбека – отжаться, опираясь на три гвоздя. Наши дети, которые привержены сейчас к телефонам, к компьютерам, как раз вот мы их стараемся от этого всего оторвать. И Байбек, он своими вот этими спортивными достижениями, он как раз показывает, что нужно не лежать на диване, а нужно заниматься спортом. Я думаю, что каждому из нас есть подспорье в том, что спорт дает большие результаты, и при этом каждому человеку, я думаю, что нужно заниматься спортом для того, чтобы свое тело и свой дух поддерживать. Байбек говорит, что сила не главное, важна техника. Силовые трюки Байбек стал осваивать всего 2 года назад. Сегодня им восхищаются взрослые, а дети просто боготворят. Ну а сам сельский силач поставил задачу попасть в книгу рекордов Гиннесса. Марина Золотарева, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, Хабар 24.